Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, коллектив совхоза имени Ленина, Павел Николаевич Грудинин и все, кто подписаны на меня, и вообще вся страна, здравствуйте! Мы находимся в Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, фермерское хозяйство Маслова Николая Николаевича, одного из активистов, участников тракторного марша и, в общем-то, близкого друга Павла Николаевича Грудинина. Вот хотелось бы, знаете, поддержать в очередной раз Павла Николаевича и его коллектив. Сегодня был такой у меня интересный момент в жизни. Сегодня к нам приехали, ко мне домой, приехали фермеры, семья фермеров с Курганинского района. Сергей Тимофеевич Сергеенко и Долматова Светлана Викторовна. Это семья, просто у них разные фамилии, это семья фермеров. Они тоже такие же участники тракторного марша нашего, обычные кубанские фермеры. И вот они сегодня приехали ко мне просто в гости и побыл у меня, попил чаю, когда уезжали, поговорили о своих делах, поговорили о жизни. Они очень живо интересовались обстановкой у Павла Николаевича. Но люди мало интернет-активные, больше занимаются как бы в поле, сельским хозяйством, мало интернет-активные, и у них, ну, просто не то, что нету возможности, но не умеют они этим пользоваться. И вы знаете, вот они достают 10 тысяч, отдают мне 10 тысяч в руки и просят: передай, пожалуйста, Павлу Николаевичу Грудинину и его коллективу в поддержку совхоза. Ну, соответственно, конечно, я сначала предложил, сказал, говорю, я вам давайте дам реквизиты, помогу вам оформить. Они говорят: нет, мы оставляем, мы сам передаем ему, пожалуйста. Вот, значит, мой сын положил эти деньги себе на карту и отправил электронным переводом. Вот, распечатали специально чек, вот его видно, чек, вот, это электронный перевод на сумму 10 тысяч рублей. Так что, знаете, хотелось бы сказать, очень много людей обращается, очень много спрашивает, интересуется. И я думаю, что если бы, конечно, был бы какой-то свободный доступ не через интернет, потому что сельское население, и особенно, в общем-то, сельхозпроизводители, самые простые крестьяне, это самая главная категория людей, которая поддерживала Павла Николаевича. Они мало интернет-активны, и в силу этого они просто... ну, не могут, не получается у них, не умеют они этого делать. Если бы были бы обычные средства массовой информации, был доступ у Павла Николаевича и совхоза Ленина, сказать это по центральным каналам, я уверен, был бы вал, был бы целый вал сторонников и поддержки совхозу имени Ленина. Так что передаю вам в очередной раз огромный привет, слова поддержки от всех наших фермеров. Пусть все будет хорошо. И это обязательно будет все хорошо. Ну, а Павлу Николаевичу, конечно, терпение, крепости духа, в чем я не сомневаюсь, в крепости духа. А вообще у меня, конечно, в жизни более надежных, справедливых, честных и преданных друзей и вообще более порядочного человека я в жизни не встречал. Специально для ТВ «Совхоз» жителей поселка Ленина, работников и всех, кто трудится в совхозе Ленина, всех сотрудников и лично Павлу Грудинину с Краснодарского края привет. Вместе мы сила. Всех благ вам.